Добрий вечір, шановні вболівальники. Програма «Вперед, Миколаїв» знов рада зустрітись з вами. На минулому тижні миколаївські баскетбольна та футбольні команди зіграли свої чергові матчі. Розпочинаємо з баскетболу. Останнім часом муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» не радував своїх фанів у домашніх іграх Української баскетбольної суперліги. І у матчі з Біпою з міста Одеса наші хлопці дуже хотіли виправити це становище. Що з цього вийшло, дивіться далі у репортажі Юрія Тазарачева. Наши начали матч более собранней соперников, и уже к 7-й минуте усилиями Ануфриева и Чемякина вели 7-0. Далее Картер размочил результат, реализовав одну из двух попыток штрафных, и одесситы стали постепенно приходить в себя. После тайм-аута, взятого наставником одесситов, баскетболисты БИПа начинают настигать хозяев площадки, и лишь удачная атака Жуковского на исходе первой четверти восстанавливает перевес в те самые 7 очков. 15-8. С таким счетом началась вторая десятиминутка, в которой соперники поменялись ролями. Теперь уже гости периодично набирают очки, а у наших следует потеря за потерей. И как результат 15-15. Приходит черед Сергея Кирлана взять тайм-аут. К слову, вовремя получив наставление от нашего коача, сначала нужный трехочковый забивает Жуковский. Затем стараниями Лукьянова, Чемякина и Ануфриева мы снова уходим вперед, на этот раз на 9 пунктов. Такое положение дел никак не устраивало гостей, и опытный Ходов немного сокращает отставание. Первая половина игры заканчивается со счетом 30-24 в пользу МБК. А после большого перерыва усилиями активных Картера и Найко Бипа выравнивает игру и вплотную подбирается к нашим. И здесь снова радует трехочковым Жуковский. А следом Шастуха прорывается под щит, зарабатывая на себе фол. Далее, после серии результативных атак Найко, Бипа впервые за весь матч выходит вперед, вернув встрече полноценную интригу 40-41. Но ненадолго. Лукьянов и Жуковский тремя результативными атаками подряд заканчивают третью четверть со счетом 46-41. В начале заключительной десятиминутки эмоции, традиционно присущие южному дерби, начали зашкаливать, и первым не сумел совладать с ними одессит Ткаченко, заработавший неспортивный фол. После этого преимущество Корабелов стремительно выросло до счета 55-44. Отметим в этом игровом периоде Александра Шастуху, стрелявшего точно из близкого расстояния и с дальней дистанции. У гостей старался реабилитироваться Ткаченко, и это у него получилось. 7 очков набрал Евгений за 3 минуты. Николаев ответил попаданием из-под кольца Чемякина. Но окончательно проснувшийся Ткаченко за 1,5 минуты до финальной сирены делает счет на табло 61-60. Концовка поединка была за николаевцами. Очень важные 4 очка корабелам принес поймавший кураж Артем Чемякин. За 43 секунды до сирены одесситы берут тайм-аут. Далее кульминация. Бипа начинает атаку. Жуковский забирает отскок. На нем фолят. Шастуха дважды точен на линии штрафных, а ответный проход Картера на исходе игрового времени вряд ли подсластил гостям горечь поражения. 67-62. Непростая победа МБК Николаев. В первую очередь я хочу все-таки поздравить наших болельщиков, наш клуб, всю систему МБК Николаев с победой. Давно не выигрывали, вот наконец-то случилось. Но за что еще чего выиграли? Мы очень хорошо готовились, мы детально разбирали каждого игрока, что он делает в защите, что он делает в нападении. Комбинации разобрали, то есть тоже готовили, как играть против той или иной комбинации, как ее разрушать. Были провалы, что вот в первой четверти там 4 потери было, нам сразу легкие очки позабивали, и то есть там уже не такое было преимущество. Также случилось и в третьей четверти, у нас был провал 0-7 там, по-моему, в третьей четверти, и опять мы их чуть-чуть припустили к себе, но хорошо, что получилось снова оторваться и довести до победного конца. Напряжение чувствовалось в зале еще до игры, обе команды осознавали значимость этой игры, значимость положения в турнирной таблице этой победы, поэтому подошли полностью мобилизованными. Нам необходимо было выигрывать, и мы выкладывались по полной. Очень хорошо разобрали, просто что игра нервов. Если не получилось с черкасами, то здесь уже удача была на нашей стороне. Чудова гра команди, і ось нарешті приємний для усіх нас результат. А ми йдемо далі.
Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» продовжує свою підготовку до другої частини чемпіонату України з футболу у першій лізі. Хлопці тренуються та, звичайно, грають контрольні матчі. Сюжет про два останніх поєдинки муніципального футбольного клубу «Миколаїв» з «Енергією» та «Балканами» дивіться далі у нашій програмі. 3 февраля муниципальный футбольный клуб «Николаев» на искусственном газоне центрального городского стадиона провел второй товарищеский матч в 2016 году. Соперником нашей команды стала «Энергия» из Новой Каховки. «Николаевцы» открыли счет на 40-й минуте. Сикорский воспользовался ошибкой защитника и выкатил мяч на набегавшего Кошелюка. Дмитрий сыграл на опережение и отправил мяч в сетку ворот гостей. На 60-й минуте находящийся на просмотре в МФК Игорь Гордя после передачи Муховикова ворвался в штрафную и удвоил преимущество своего клуба. Гостям удалось провести мяч престижа. После контратаки хороший выстрел получился у Гайдаенко, который сумел снять паутинку с девятки ворот Чумака. Итоговый счет 2-1 в нашу пользу. А уже через три дня в Одессе на учебно-тренировочной базе Черноморца в Отраде МФК «Николаев» провел две встречи по 60 минут с чемпионом Украины 2015 года среди аматоров – футбольным клубом «Балканы» из Одесской области. Первый матч наши начали в таком составе – Восконян, Чучман, Любчак, Булычев, Ковалев, Кошелюк, Берко, Сикорский, Батюшин и потенциальные новички клуба – Коллинз и Сартина. На 11-й минуте «Николаевцы» открыли счет. Андрей Ковалев воспользовался ошибкой защитника, пяткой отпасовал на Берко, и Виктор ударом с острого угла открыл счет в матче. Через несколько минут все тот же Ковалев скатывал мяч набегающему Сартине, тот бил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой. Во втором тайме первого матча, после ошибки одного из защитников «Балкан», мяч оказался у Сикорского, но Игорь ударил точного вратаря. Спустя еще несколько минут Сикорский на фланге ушел от вратаря, но пробил сам, хотя мог отдать пас находящемуся в хорошей позиции Берко. А за 4 минуты до финального свистка балканцы отыгрались. После прострела в нашей штрафной мяч угодил в руку Сергею Любчаку. Пенальти взялся пробивать Златов. Валерий Восконян угадал направление полета мяча, но парировать удар не сумел. 1-1 – закономерная ничья в первом матче. Второй поединок подопечные Руслана Забранского начали в таком составе. В воротах Агаларов. Далее Момот, Андреевский, Хохлов, Дьяченко, Бессалов, Муховиков, Саркисян, Витенко и потенциальные новички Гордя и Сторублевцев. В начале матча красиво с лету бил в Аге Саркисян. Мяч прошел рядом со штангой. Гости ответили своей атакой, которой также не хватило точности. После прострела с правого фланга головой бил по воротам Сторублевцев. И снова промах. Саркисян отдает пас в разрез, но юный Витенко не смог как следует попасть по мячу. Футболисты «Балкан» пробивают штрафной. С ударом Агаларов справился, но отбивает мяч прямиком на набежавшего Лазаренко. После перерыва хорошие моменты имели Гордя и дважды Витенко, но счет в матче так и не был изменен. Минимальная победа «Балкан» 1-0. Таким був тиждень для наших команд. Ми продовжуємо слідкувати за усім, що відбувається з МБК та МФК, і, звичайно, будемо розповідати вам про це. Хай вам щастить, до нових зустрічей, вперед, Миколаїв!